Давление заключительного стартового номера сейчас скажется или не скажется на Петре Гуменнике, который имеет возможность принести очередное лидерство своему коллективу, команде Алины Загитовой. Красная машина играет в догонялки и перегонялки. С нас не догонят. Справился с четверным Ридбергером Гуменник. И с четверным Сальховым в каскаде с тройным тулупом. Поздравить Вику Дайнеку с таким прекрасным парнем. Последнему кататься очень трудно. Когда прокатались кто как, кто хорошо, кто очень плохо. И вот здесь как раз характер проверяется.
Вот у Гуменника, конечно, сильный характер. Он тащил каждый элемент. Ему каждый элемент не давался легко, может быть. После срыва первого элемента он заходил на четверной луз. Он сделал вообще какую-то корягу страшную. Он собрался и тут же пошел, сделал четверной Ридбергер. Вот он, как раз его показывают. Вот, и выехал его. Потом он сделал четверной сальхов с тройным тулупом и выехал его. Потом он сделал тройной аксель и выехал его. И еще один тройной аксель. И, конечно, венцом был луц двойной. Тройной. Ридбергер. Тройной. И двойной Ридбергер. Петр Гуменник, Вероника Дайнеко. В первую очередь, Дмитрий Хрусталев. Одну секундочку, внимания. Я забираю свои вчерашние слова, сказанные тебе, о том, что я здесь буду просто сидеть и кайфовать. К сожалению, не получается. Я как будто вновь вернулся на какие-то моменты, минуты, секунды обратно в спорт. Потому что мы здесь все вместе, и с Алиной Загитовой, и все те, кто находится в нашей команде, сопереживали каждому твоему движению, каждому прыжку, каждому вращательному элементу. Спасибо тебе большое. Сложно было выступать заключительным в этой разминке? Нет, спокойно. Все хорошо получилось. Пятерной луц только не докрутил. Три оборота. Да, я помню, я тебя спрашивал, пойдешь ли, если Алина тебя попросит исполнить пятерной. Это была попытка исполнить пятерной. Кивай лучше головой. Конечно. Да. А что испытывает тренер, когда вы стоите за бортиком и понимаете, что вы никак уже не можете помочь? Ну, я подумала, пятерной луц так жалко. Не докрутил три оборота всего. Всего. Это была попытка исполнить пятерной луц. Ну, а сейчас попытка увидеть баллы, заработанные Петей произвольной программой. А представляете, если бы эта попытка еще и удалась. Но и без пятерного луца Петр Гуменник набирает 182,38 балла и вновь выводит вперед красную машину. Красная машина снова впереди, причем преимущество составляет уже солидные 28 баллов.